Гейсом и Силплейсом. Так, ты не мог бы повторить, а то я с первого раза не смог прочувствовать твое мастерское владение языком. Гейсом и Силплейсом. К сожалению, мои малые познания в английском языке не позволяют мне понять тебя. Понять невозможно. Можно только принять вот так, как есть. Может, я сразу переводчики. Будешь устанавливать межличностные контакты между людьми. Заключать перемирие между главами стран. Да ну нахуй! Конечно нет, зачем мне все это надо? У меня есть коп, Майнкрафт, и я готов снимать свой целый день летсплея по Майнкрафту и голодным играм. Так, ладно, пошутили, хватит, все, смотрим дальше. Мы играем в голодные игры на карте Бризианс, мной играет никто, в общем-то, ребята. Никто не может нам с тобой помочь. Это у нас 11-я серия, надеюсь, вы поставите лайк, и, конечно же, я надеюсь, мы затащим. Хорошо, поверьте на слово, что ты затащишь всех игроков на этой карте, получишь звезду и выйдешь победителем в DS-матче. Так, и мы бежим к центру, а потом бежим вот на эту гору, вроде бы, как я помню, конечно же, или же нет. Ну, определимся мы после спавна. После какого еще одного спавна? Ты 30 секунд назад возродился, и игра только что началась. Какой еще второй спавн? Только миску взял. Печаль, мы все равно залутаемся намного лучше, чем на спавне, потому что на спавне там не было ничего такого хорошего, разве что ботиночки железные, которые я не ухватил. Но сейчас не об этом, я не буду заговариваться, ребят. Так, вот топорик, и это очень замечательно. Боже, что со звуком? Неужели ты не выдержал, тебе стал снимать в толчке? Такой хорошенький. Редко попадают такие вот звучки. И давайте мы побежим еще выше тут. Поляном пройдемся. Надеюсь, там никого нету. Вот. И у меня сегодня к вам такой опрос, скажем так, опрос, да. Опрос будет заключаться в том, снимать ли мне грифер-шоу в моем канале. Да. Да-да, дружочек, только твой выбор решит, сможет ли этот школьник снимать обзоры на грифер-шоу или нет. Внизу. В комментариях. А если да, то я буду снимать, конечно же. У меня уже есть парочка нарезок. Это твой выбор. Вот. Если, конечно, вам хочется видеть на моем канале разнообразие не только голодные игры, а и какие-либо разные игры в Майнкрафте. На данный момент это будет у нас Грифер Шоу. Так. Идем по ножам. И давайте смотрим, где чувачки. Вон я чувачка сейчас там видел. Он пробежал аккуратненько там. Беспалевно так. Вот. И мы, ребят, должны затащить. Так как я это уже говорил. И я стил, я должен тащить. Я сталь. Я сильный. Я прочный. О боже. Что это за хрень? Мой мозг не готов воспринимать это всерьез. О, ГГ! Изи, ребята, было. Вот, он даже вообще ничего не... Даже не попытался ничего принять. О, это у него золотые. Так, сзади кто-то есть? Кто мне послышал, что у меня дверь открылась? Неужели нам так интересно, что у тебя где-то дверь открылась? Да нам насрать тут на есть, это! Я не знаю, где тут есть... Верстак. Если он тут вообще... О, тут у меня есть удочка. Ну давайте мы выкинем пока очень, скажем так, хорошие вещи. Вещи. Вот. Так. И давайте что будем делать. Вы указываете, что мне делать, а я обдристался на бензоколонке. Вы указываете, что мне делать, а я оставил экскременты в соломке. Вот, ребят. И, кстати, теперь я коплю на мышку Блуди. Что, пожалуйста, выключите. Хакер. Да, хакер слил. Вы видели, да, он в сундуке был и бил меня. Все четко, мы слили хакера. Точно, это был хакер. Он был весь в алмазной броне, зачарованным алмазным мечом и двумя стагами золотых яблок. Вот. Это замечательно. Так. Давайте так. Ой, я случайно выкинул. Все, ребят, бежим. Так, клавиатуру немножко подвину. В общем-то, ребята, я смотрю, у меня под серией
на которой 60 просмотров, активность просто для меня бешеная. 12 лайков, ребят, 12 лайков, и это мне очень радует. Просто под обычными голодными играми. Как я вижу, вам голодные игры нравятся. А если так, не стучи там. А если они вам нравятся, значит я их буду снимать. Ну конечно, единственные голодные игры будут смотреть только твои, так как на Ютубе больше ничего нету. Ну вообще, чисто капельку. Вот. И я надеюсь, это будет вам всем по нраву. Блин, лука же нету. Так, нет, я не пойду за ним. Вот. Мне просто делать нечего, что ли? Чтобы плыть за ним и просто тратить время. Вот. Пока буду плыть, я затараторюсь и запутаюсь уже с самой серией. Ну, в общем-то, надеюсь, меня сейчас нормально слышно, потому что микрофон у меня... What? Это что было? Кстати, а давайте задумаемся, что же это было? Ты подбежал к одному из игроков и убил его, и во время замеса у тебя не было музыки. Вот это поворот! Это сейчас просто было ничего. Это она просто стояла. Блин, ну так неинтересно, ребят. Вот честно говорю, хоть убейте, мне неинтересно. Уверен, большая часть твоих подписчиков готовы тебя убить. Блин, и закопать. Ладно. Давайте все это сожгем. Дело. Так, здесь нас сейчас никто не подсосет, так как подсосники меня очень сильно бесят. А вот и как я и говорил. Только про подсосников заговорил. Вот только заговорил. Я знал, что он придет и подсосет, сосет, сосет. Поехали-ка его сольем. Теперь моя очередь подсасывает. Боже, что это за выкрики из ада? Да! Видимо, когда Бог создавал школьника, такой звук и был. Да! Я, походу, точно не засну. Да! Так. Уходим. Уходим, ребята. Так. Офигенно, все суперски. Так, мы тащим, и мы должны затащить, ребята. Я играю один. Это, ребят, очень трудно тащить одному. Да, конечно, очень трудно, ты уже четверых на карте завалил. Фантажик, но я скажу, проспойлерю только одно, что скоро выйдет конкурс, офигенный конкурс, вот, но мне нужен спонсор, еще парочку, два или один спонсор. А спонсорство стоит всего лишь 150 рублей, и самое главное, что я беру лайк у, ну, я как бы думал, сначала хотел брать только у Террасера, а сейчас я беру у Террасера и у Кристалла. Кто знает Кристалл, у него 200к подписчиков, он тоже Last Rise, вот, он... Опана. Опана. Я помогу. Слил. Ты чё подсасываешь мои вещи? Так, yes, я слил Тиму, я помог, я спас пацана. Ну да, я спас пацана, а теперь я его убью. А, хакер! Давай, все, мочи их! Ой, извини! Так... Всё, блин. Кстати, ребят, сейчас частенько стал, ну, своих подписчиков встречать. Частенько, ребят, честно скажу вам. О, мне скинул по ноже. Блин, мне ему помочь нечем. Вот этот хакер, ребята. Видимо, для него все считаются хакерами, кто его бьет. Жесткий. Да черт! Не забыл спамить же меня. Ладно, я пойду просто спасу своего пацана.
Был спам. Блин, мне бесит, как он был спамит на суше. Вот. То, что он был спамер, это ни о чем не говорит. Ой, сори. Блин, он перепрыгнул. Я вижу заднего. Так, давай за одним лучшим. Так, я кушаю. Давай. Все, на изи. А нет, что ли? Давай, мы должны разбить его. А, он бежит на второго. Блин, я что сейчас немножко... ГГ. ГГ. Да блин. Да блин, мне вот бесит такие, когда стреляют, знаете, ну, через секунду там вот, вот этот. Сносит хоть по пол хп. Блин, я сейчас там как-то застрял. Да блин. Да меня Боу спамит, блин. Боу спам – самое эффективное средство от школьников. В целях безопасности проконсультируйтесь со специалистом. Так, я сейчас, наверное, не пойду. Ару. Не дал. А, две. У меня была одна. Все, гоу. Так, мы должны его затащить. Вот, по крайней мере, я должен вообще сейчас серию залить. Потому что я действительно нормально сейчас играл. Вот. Честно говоря, с первого раза все. Тим. О! Не выходи. Этого пацана знаю. Стоп. Я снимаю. Так. Честно. Но я не хочу. Все равно ПВП. Плюсик, окей. Гоу. Это были голодные игры. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В этот момент автор не выдержал и понеслась ненормативная лексика. Впрочем, всем спасибо за просмотр. С вами был Алекс Бро. Подписывайтесь, ставьте лайки. Это была первая часть школы обзоров на голодные игры. Всем пока.